одета, или, может, раздета? Где достала ты платьице это? Хочешь маму сразить наповал? Покажись ей, и вечер пропал. Тебе 14 едва, а выглядишь на 22. Куклу Барби в руке ты несешь, но походкой не детской идешь. Телефон твой устал от секретов, от словесных твоих винегретов. Я хотел бы узнать, кто звонит, если это тебя не смутит. Тебя, когда ты пудришь нос, мне трудно принимать всерьез. Но когда ты уходишь гулять, это значит мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратиться. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги. И между тем не устает за нас подводить итоги. Я свидетель простого процесса, превращается дочка в принцессу. Но на мой незатейливый взгляд, у принцесс чуть скромнее наряд. Что значит этот странный жест? Как трудно быть отцом невест. Скоро вечер, уйдешь ты гулять, это значит мне снова не спать. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратиться. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги. И между тем не устает за нас подводить итоги. А время, времечко бежит, назад, увы, не возвратиться. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги. Между тем не устает за нас подводить итоги.